Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что жена автора постоянно требует внимания, хотя я и так его уделяю. Делаю, что ей хочется, интересуюсь постоянно, как прошел день и т.д. Стараюсь везде ей угодить, и вот у меня выходной, а она на работе, я сделал абсолютно все домашние дела. Ей было легче, встретил вечером с работы, кофе, покушать, все предложил, как дела, спросил, как самочувствие, ответила, не знаю, я удивленно спросил, ты точно не знаешь. Точно, я сказала, хорошо, я могу что-то для тебя сделать, говорит, нет, но я в свою очередь пошел заниматься своими делами. Спустя час проходил мимо нее, она без настроения, спрашиваю, можешь сказать, что не так, отвечает, не уделяешь мне внимания на этот. На этом у нас возникает диалог, который перерос в ссору. Я в недоумении, что мне делать и как быть. Ну вот, хотелось бы спросить у вас, какую конкретно вы внесли лепту в ссору. Вот. То есть, ну, жена, понятно, жена, она, вот у нее есть претензия к вам относительно того, что вы вот не уделяете ей внимания. Вот, то есть она недовольна этим. Недовольна тем, что вы не уделяете ей внимания. Это понятно. Вопрос у меня к вам. Вы какую лепту внесли в конфликт? Это я бы хотел узнать. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. Это первое. Ну, второе. А второе вы сказали о том, что он сделали все, чтобы вашей жене было проще, легче было. А чего она встает? Так. Мне кажется, что первый момент это то, что вы не цените. Своего внимания, вот, вы не цените своего времени, это первый момент. Второй момент, это то, что вы стараетесь облегчить вашей жене жизнь, вот, честно говоря, не совсем понятно от чего. И третий момент заключается в том, что как будто бы у вас немного точек соприкосновения. То есть вот, ну, как будто бы вот вы очень мало где соприкасаетесь. Вот, то есть, как будто бы вам, ну, вот, нет у вас общих интересов, что ли, вот, как-то так мне, опять же, показалось. Вот, я, конечно, могу быть не прав в данном случае, вот, но мой опыт, он подсказывает, что проблематика здесь такая. Ваша жена ведет себя как ребенок, вы ведете себя как родитель, пытаясь ей угодить. Когда человек пытается угодить в этом смысле другому, то начинаются вот проблемы и, к сожалению, проблемы довольно серьезные. Потому что такой человек, я повторюсь, перестает ценить то, что
для него делает другой. Вот, иными словами, ваша жена сейчас переживает именно такой момент. Она просто-напросто переживает то, что вы, вот что называется, ну, завалили ее, может быть, своим вниманием, своей активностью. И плюс, повторю, очень важный момент заключается в том, что вы как будто бы не цените, вот это очень важно, не цените как будто бы вы своего времени. То есть вот вы как будто бы не цените своих ресурсов, вы себя ставите на последнее место после своей жены. Вот. То есть сначала жена, потом я. Как бы здесь говорите вы. Вот. То есть такое обесценивание вот, приводит тоже к тому, что человек транслирует вам такое отношение. Ну, вот. Имеется в виду такое отношение вот к тому, что вы для нее делаете. Вот. Ну, старается для нее делать. Вот. В принципе, то, что я могу вам сейчас сказать с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Также, на мой взгляд, тот факт, что вы сами принимаете участие в ссоре, вот, говорит о том, что возможно, вы недовольны. Вот. Возможно, вы недовольны, так же, как недовольна ваша жена. Ну, то есть, вот вы чувствуете чувствуете свое недовольство. Чувствуете, что называется, вот, ну, свое такое напряжение. Вот. И это тоже играет серьезную роль в данном случае. Поэтому честность, открытость, искренность в данном случае — это то, что вам необходимо привносить свои отношения. Если ваша жена значит, ну,
согласна, солидарна с тем, что у вас в отношениях есть проблемы, то вы вместе можете обратиться к психологу вместе с ней, и психолог поможет вам разрешить ваши трудности, которые у вас есть. Ну, вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.